Сделайте это. Вы ручки уберите. Вы лучше сделайте то, что должны сделать. Иначе что? Это будет нарушение закона. Иначе вот что будет? У вас был шанс. Знаете, Влад, во всем вот в этом все настолько вот противно, что это просто попахивает враньем. От сотрудника полиции слышать очень неприятно. Вот смотрите, как полицейские отворачиваются. Знаете, обычно отворачиваются от света, от такого яркого, на оборотни. Понимаете? Я вот не думаю, что вы оборотень, честно сказать. Но поведение соответствует этому. Я вам рекомендовал бы повернуться и представиться. Вот смотрите, вот ситуация, она такая не очень хорошая, да? И она может также и нехорошо закончиться. А чтобы она закончилась хорошо, потому что ролик это по-любому выйдет. Чтобы закончилась, она началась не очень хорошо. А закончится может только благодаря вам хорошо. Если вы сделаете все в соответствии с законом, понимаете? Вам выбирать и вам решать. Все. Ваша фамилия, имя, отчество? Николаенко Петр Васильевич. Николаенко Петр Васильевич. Так, все отлично. Едем, едем, едем. Здравствуйте. 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 А вызывали случайно отсюда? Случайно отсюда, все правильно. Вызывали. Давайте, наверное, сначала. Вот, абсолютно правильно, вот с этого надо начать. Доброй ночи. Добрый. Подскажите, пожалуйста, а чей автомобиль здесь находится? Можно поинтересоваться? С какой целью? Да с обычной целью. Нарушает правила дорожного движения. Да что? Что? Да что? Да, да, да. Ну, для начала хотелось бы... Для начала хотелось бы, знаете как, товарищ полицейский, ну, раз мы подошли, вы автоматически должны были представиться. Ну, что? Что, ну и что? Да вы что, говорю? Да? А что это вы так ерничаете? Глаза не слепите. Вас никто не слепит. Вы, может быть, выполните свои законные обязанности? Выполните? Будете выполнять? Выполню. Давайте выполняйте. Мне я должен давайте. Просить? Давайте. Или давай, как мне нужно было сказать? Вы просите об этом или требуете? Я сейчас прошу. Вообще-то мне не нужно было просить. Просить не должны. Вы должны были просто это сделать. Вы это потребовали. Нет, я могу потребовать. Но сейчас непосредственно вы должны были что сделать, когда подошли? Представиться? Угу. Верно? Есть федеральный закон о полиции, наверное, знаете? Вы что, читали? Да. Вы как-то ерничаете, вам не кажется? Не кажется. Не кажется? Вы будете представляться сотрудник полиции? А вы кто вообще? Я должен сказать вам? Скажите. Гражданин Российской Федерации. Прежде чем мне что-то вам сказать, вы должны были сначала выполнить свои обязанности, а потом попросить меня представиться. Понимаете? Понимаю. Ну так сделайте это. Вы ручки уберите. Вы лучше сделайте то, что должны сделать. Иначе что? Это будет нарушение закона. Иначе что? Вот что будет? Со всеми вытекающими. Последствиями. Да вы глаза-то не слепите мне. Это не для вас подсветка, а для камеры. Для кого? Чтобы хорошо было вас видно. Сотрудник полиции, представьтесь, пожалуйста. Что вы молчите? И что смешного я сказал? Кому я должен представляться, не пойму. Не, это глупо, конечно. Позвони, подожди, 112. Давай вообще по-другому все это делать. 112 зафиксируй. Вы будете представляться или нет? Последний раз спрашиваю. Здорово. У вас был шанс. Некрасивое поведение. Очень некрасивое. У вас тоже некрасивое. Вам вообще запрещено заниматься такими нравоучениями. Здравствуйте, на полицию можно переключить? Район? Левобережный, да. Так чей автомобиль? Можно к вам обратиться, да? Не ваш. Я так понимаю, значит, вот данного полицейского. А вы один без напарника? Не один, почему? Вы вдвоем. Ну, я понимаю. Ну, вот, полицейский немножко с других. У нас с другого, наверное, дело. Не ДПС никакого отношения не имеет.
Оперативный сотрудник. Ну, да, как правильно. А вы почем здесь работаете, если не секрет? Да. Безопасность дороги. Ну, то есть не по кражам, угонам, не по спецмероприятиям. Потому что и поэтому и тоже. Крис, вам имеет какое-то сейчас отношение? Да. А он непосредственно по каждому гону как же работает, нет, да? Нет, он по своей линии работает, он по правонарушению. Ты писался о правонарушении. Просто я вот думаю, честно сказать, что здесь какие нарушения бывают вот на этом участке низкоскоростного режима. Это лучше задать вопрос сотруднику. Кто вам сам не знает, мог сказать поставить? Он поставил, и все, мы уже поинтересовались. Можно узнать, с кем общаемся? Я думаю, у вас такой проблем, вы как бы открытый нет, сотрудник. У меня нет. У меня такого нет. Тут гражданский автомобиль рядом стоит. В нарушении правил дорожного движения стоит. Да. Не забудется. Аварийка, знак. Я понял, снимать не буду. Да, так. Так, Заяц Николай Николаевич, инспектор ДПС, лейтенант полиции. Будем действительно до 6 мая 2016 года. Спасибо большое. Очень приятно. Серов Вадим Юрьевич, гражданин Российской Федерации. Да. Знаете? Знаю. Надеюсь, только хорошее. Всякое было. Сколько людей, сколько мнений. Ну, согласен абсолютно. Я свое мнение никому не навязываю, каждый делает свои выводы. Согласен абсолютно. Машина здесь сломалась. Она даже аварийной сигнализации, знак аварийной остановки нету, да? Не работает. Там вся электроника полетела. Вся электроника полетела. Понятно. И знак аварийной остановки не имеется при себе, да? Обязаны выставить, знаете, да? В курсе? Багажник примерз. Знаете, во всем вот в этом. Все настолько вот противно, что это просто попахивает враньем. Да, от сотрудника полиции слышать очень неприятно. И от простого гражданина я бы как-то терпел, потому что мне было бы все равно его личное дело. Но от полицейского такое слушать. А вы знаете, что наше мнение должно быть важно для вас? Потому что. Да, мнение граждан для вас. Это основная оценка вашей деятельности, что вы понимали. Так гласит. В федеральном законе о полиции. Да. А вы вот получается так вот себя ведете. Не представляете. Может вы переоделись? Форму-то взяли с действующего сотрудника полиции. Может, а не являетесь полицейским на самом-то деле. Недобропорядочный граждан. Ой, да все что угодно можно. Но я просто то, что вижу, то и говорю. Раз вы не представляете, у меня есть подозрение, основание полагать, как вы любите говорить, что вы не сотрудник полиции. А объясню почему. Потому что вы не представляете свое удостоверение, хотя мне оно даже, в принципе, не нужно. Мне достаточно было, чтобы вы назвали свою фамилию, имя, отчество, звание и должность устно. Вы этого не сделали. Я имею право полагать, что вы не сотрудник полиции. Ну, по крайней мере, являетесь тогда, если сотрудником, то злостным нарушителем, который законом наплевал. Да на какой цели вы спрашиваете мои личные данные? Это ваша обязанность. Чтобы воспользоваться. Федеральный закон о полиции, статья 5, пункт 5. Так как я обратился к вам, вы обязаны были представиться. Вы не обращались, вы я к вам подошел, это обращение, одна из форм обращения. Я к вам обратился, вы должны были автоматически назвать звание, должность и фамилию, имя, отчество. А я вам должен был назвать свою фамилию, имя, отчество. Понимаете? Так гласит закон. Мы обязательно составим по этому поводу жалобу. И пусть ваше руководство, конечно, наше право, мы им воспользуемся, пусть ваше руководство примет соответствующее решение. И вам еще раз освежит ваш непосредственно номер обязанности. 2035. 2035, замечательно. Отлично, зафиксировано. Так, в итоге... Мы представляться не будем. Ну вы же уже отзвонились. Ну как нам вас идентифицировать? Ну не знаю. Вы вспомнили. Так, давайте мы тогда сделаем так. Мы вас запишем, да, чтобы лицо ваше. Вот смотрите, как полицейские отворачиваются. Знаете, обычно отворачиваются от света, от такого яркого на оборотни. Понимаете? Я вот не думаю, что вы оборотень, честно сказать. Но поведение соответствует этому.
Я вам рекомендовал бы повернуться и представиться. Ровным счетом, вот из-за ерунды, вот проблему какую-то создаете. Вот из-за какой-то ерунды просто вот это все раздувается. Хотя могло бы быть все вообще по-другому. Просто мы подошли, вы представили, все нормально, все хорошо. Спросили, машину убрали, мы поехали дальше. А здесь все, это поломалось, я не я. И потом какое отношение? Мой автомобиль, это у нас Харитон 786, Сергей, Анастасия, 36 регион. Ну давай в чехарду. Ауди. Какую чехарду? Нет, вообще, конечно. Да, ой, ё-моё, это первый раз такое. У меня никогда такого не было, честно говоря. Да не было такого, чтобы... Ну, что в конце всегда, что? Там, если все равно представлялись, но такого, что прям в отказ. И знаешь, как бандит, все, я в отказ, ничего не подпишу. Mm-hmm. Все. Ой. Вот смотрите, вот ситуация, она такая не очень хорошая, да? И она может также и нехорошо закончиться. А чтобы она закончилась хорошо, потому что ролик это по-любому выйдет. Чтобы закончилась, она началась не очень хорошо. А закончится может только благодаря вам хорошо. Если вы сделаете все в соответствии с законом, понимаете? Вам выбирать и вам решать, как этот ролик потом мы назовем. Это вообще... По какому другому пути? То, что мы позвонили 112? Ну, они не пожаловались. Ну, конечно. Мы же вам давали возможность, мы неоднократно. И мы вам сейчас даем еще раз четвертый, наверное, не знаю, пятый, какой раз. Ну, свет уберите. Давайте я выключу лампу, и вы все сделаете, да? Если вы так настаиваете. Я вот приглушу, чтобы она не. Она вот так вот делается. На минимальном будет. Опа, светло. Нет, да понятно, что светло. Очень хорошее светло. Ну да, кстати. Так, ну-ка. Всем выйти из сумрака. Все. Ваша фамилия, имя, отчество? Николаенко Петр Васильевич. Николаенко Петр Васильевич. А с какого отдела? Первый отдел? Центрального. А, центрального даже. Центрального. А это номер какой у нас получается отдела? Шестой, да? Понял. Кража угона. Нельзя было сразу так сделать. Пеший патруль. Я же не знаю, кто вы. Да граждан, да любой гражданин, да вы должны понимать, любой гражданин, когда к вам подходит, ваша задача представиться, назвать свою фамилию, имя, звание. И все. Дальше гражданин должен представиться. Он может сказать, гражданин Российской Федерации, там, я Серов Вадим Юрьевич. Все. Дальше вы спрашиваете, по какому поводу хотели обратиться. И мы вам говорим, что мы дальше теперь с автомобилем. Мы уже сдвинулись с мертвой точки. Дальше с автомобилем мы будем что-то делать? А что? Он может быть, мы вам поможем, мы вас толкнем, если нужно его. Мы же можем, вы на нейтралочку можете включить, а мы вас потолкаем. Можем же так сделать? Чтобы он не нарушал. Если мы же припарковали, чтобы не нарушать. А мы сможем с удовольствием. Мы могли бы сюда заехать и встать бы рядом с вами. Мы могли бы так сделать, но не сделали, потому что мы не хотим нарушать правила дорожного движения. И хотим вам в этом помочь, раз у вас сломался автомобиль. Согласны? Поможем, с удовольствием. Да, либо можете включить аварийку, выставить знак. Не, давайте мы лучше поможем, чтобы все-таки не провоцировать других людей на нарушение, а лучше мы отгоним. Давай. Нейтралку включили? Нейтраль. Не стоит на нейтрале. А? Включил. А этот снять. Ручника сняли, да? Что-то там такая тяжелая. А может вы нам поможете? А то мы как-то это. Вот. Так, все отлично. И едем.
Ну, почти не нарушает. Ну, хотя бы не, блин, пассажир. А если бы ключ бы повернули, она бы быстрее бы и сама подъехала. Однозначно. Да. А это я так скажу, вот если бы завел бы машину, мы бы тогда по жалобе, как бы мы, что бы сделали? Вы нам бы позвонили бы, сказали, была жалоба. Ну, все нормально, сотрудник полиции, как бы, все хорошо все сделал. Вот если заведете машину и перепаркуете вот ее, соответственно, с ПДД, мы по жалобе скажем, все молодец, все хорошо. Сделаем? Я не уверен. Ну, давай попробуем. Давайте. Ну, давайте попробуем. Может, так получится. Ну, попробовать пару раз покрутить, ну, вдруг заведется. Вдруг заведется. Эх, и вот они сейчас, наверное, станут на выезде. Вот, вот сейчас завелась. Вот ужас. Здравствуйте. Здравствуйте. А вызывали случайно отсюда? Случайно отсюда, все правильно. Вызывал. Давайте, наверное, сначала вот абсолютно правильно, вот с этого, наверное, начать. Вот. Замечательно. Нет, я просто узнать цель вызова. Цель вызова. Ну, сейчас на самом деле ситуация исправлена данным сотрудником полиции. Он не хотел представляться ни в какую. Но вот он все-таки спустя многократных попыток его убедить в том, что нужно это сделать, он сделал. И помогли гражданину, товарищу полицейскому, отогнать автомобиль, чтобы он не нарушал правила дорожного движения, он находился там, мы вот помогли. Ну, хотелось бы помочь ему еще, потому что, смотри, что получается. Здесь выезд. Может быть, вы и он перекрывает. Может быть, давайте мы поможем, раз он не в машине заводится, чтобы сюда толкнуть, потому что мы сюда толкали. Давайте я вашу установочную данную запишу. Да, конечно, давайте. Да, конечно. Да. У нас единственная просьба помочь нам, потому что мы сотруднику помогли, его сейчас вместе мы не сможем. Отодвинуть ее все-таки соответствует с ПДД. Либо все-таки вы настоите, чтобы он включил сам, завел машину. Говорю, хорошо. Сейчас. До маразма нам тоже не доходить. Отклад. Задайте вопрос. Да. Все чисто зависит от сотрудника. Будем или нет, наверное, будет. Конечно. Ну, согласен. Так, назад, выкручивай. Так, выкручивай, да. Да, все, отлично. Огромное спасибо. Спасибо вам большое. Да. А ты контактный телефон не записали? Записали. Записали, да? Ага, все.